Ребята, всем огромный привет! Сегодня я представляю вашему вниманию абсолютную новинку 2024 года. Это Geely City Ray. Выражаю благодарность автосалону Geely, Диалог Авто, город Альметьевск, за предоставление данного автомобиля на съемку. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля, а также запустим двигатель и послушаем его звучание. Разные есть комплектации: комфорт, флагшип, флагшип спорт, luxury. В данном случае это максимальная комплектация. Стоимость начинается с отметки 2 699 990 рублей. Плюс, конечно же, распространяется скидка на данный автомобиль. Двигатель 1.4 турбо на 147 лошадиных сил на переднем приводе и роботизированная трансмиссия. Устраивайтесь поудобнее. Все сегодня расскажу и покажу про этот интересный авто. Вот такие у нас ключи, комплект ключей. Так автомобиль открывается.
Так, закрывается. Электропривод для крышки багажника и, конечно же, автозапуск. Дистанционный запуск имеется. Дизайн больше тяготеет, я бы так сказал, даже к американским брендам. К североамериканским брендам. В любом случае, он самобытный, футуристичный и обыгран на годы вперед. Это можно утверждать с уверенностью. Бесключевой доступ имеют передние двери, что очень тоже радует. И вы не поверите, но здесь четырехствольный выхлоп по центру. Вот за эту тему, конечно, очень многие полюбят это. Посмотрите, что это такое вообще. Флейта настоящая. Но как бы то ни было, гармоничная передняя часть, задняя часть. Система доступа без ключа. Как работает? Все это происходит в зоне действия ключа. Так, мы закрываем авто. Сенсор срабатывает, и так открываем. Все довольно просто. На широкий угол открываются двери, облегчая посадку и высадку. Вот этот интересный автомобиль. Здесь двухцветная кожа, оранжевая строчка применяется, развитая боковая поддержка. Кресла такие ковшеобразные, очень удобные. Вот сейчас буквально я пока перепарковывал по площадке автомобиля, это буквально там 20-30 метров вперед-назад, я уже постиг некие моменты с управляемостью. Оно очень интересное, конечно, очень. Так все выглядит по наполнению. Кресла удобные, имеют электрорегулировки. Педальный узел, здесь накладки на педалях установлены. Салон очень интересный. Четырехспицевый руль, скошенная верхняя часть, а также нижняя часть для такого приспортивленного эффекта. Огромный экран мультимедийной системы. Чтобы запустить двигатель, нажимаю на тормоз и один раз на кнопку. Вот так он оживает. Перфорация, посмотрите, они прям не пожалели перфорацию. Имитация под перфорацию довели вот до сюда. Здесь прилив места хвата. Глянец. Все красиво. Электроусилитель руля с приятным переменным усилием. Смотрите, прям зеркалится руль, видите? Я прям отчетливо вижу на камеру, возможно, это не так будет видно. Но все же, прям от упора до упора, класс. Руль очень острый. Рулевая колонка имеет у нас механические регулировки. Здесь фиксатор по высоте и по вылету. На широком плече все регулируется вообще без проблем. Здесь, кстати, вот сенсорная светодиодная подсветка, SOS система AirGlonass и, возможно, датчики объема, что-то еще. Подсветка светодиодная, зеркальце макияжное и здесь, конечно же, держатель. Все очень мягкое, микролифт имеет тоже ручки. Салонное зеркало заднего вида. Здесь оно с автозатемнением. Здесь, пожалуйста, тоже с подсветкой. Здесь элементы. Роботизированная трансмиссия, семидиапазонная. Нажимаю на тормоз один раз, второй раз. Вот так все выглядит. Динамические линии. С высоты птичьего полета, кстати, здесь QR-код для считывания. Есть режим 3D, безусловно. Можно вот так все просматривать. С различных ракурсов. Дальше вот связь с рулевым управлением, функция прозрачное шасси, 3D обзор, все активно в данном случае. Драйв и P для паркинга. Все очень просто. Вот камера получается с переднего вида. Вот так все выглядит. В этом автомобиле установлен датчик света и датчик дождя. Такой экран. Небольшое разрешение, хорошее. Вся необходимая информация сюда выводится.
Отключаем фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар, как обычно, аварийная сигнализация. Звук, кстати, не особо сильно раздражающий, что тоже радует. Здесь у нас похоже светодиодное наполнение по подсветке. Красиво все выглядит. Центральный замок. Тоже световая индикация присутствует. Здесь, как видите, и блокировка стекол. Тоже световая индикация есть. Посмотрите, как выполнены электростеклоподъемники. Прям как бриллианты. Несмотря на то, что здесь не двойные стекла, шумка очень достойная. Все быстро опускается. Высокочастотные динамики мультимедиа, хорошая обзорность, обдувы. Здесь у нас зеркала заднего вида, они тоже большие. Глянец, мягкий подлокотник, вот удобный хват. Действительно, здесь обыгранные элементы, как открываются, вот так, на себя. И вот этот элемент, он очень мощно сделан. Давайте откроем капот. Один раз необходимо потянуть. Смотрите, какие интересные миниатюрные алюминиевые накладки на педалях. Но все очень удобно, не промахнешься, что самое главное. Само нажатие. Ну, здесь тоже. Так плавно, кстати, дозированно все идет. Вентиляция соединяется. Порог у вас прикрыт. Идеально. Чистая одежда будет. Панорамная крыша, крепление для поперечин. И вот здесь применяется глянцевый пластик. Эти панели. Здесь он матовый. Такой момент есть. Из мира автоспорта какие-то элементы позаимствовали. Явно стоп-сигнал, задний обогрев стекла, задний дворник. И вы посмотрите, насколько обыграны фонари. Из мира автоспорта очень много здесь решений применяется. Притом явно необычных решений. Очень яркая светодиодная оптика спереди, сзади, по центру надпись Geely в хроме, и вот здесь City Ray. Светодиодная подсветка номерного знака, камера заднего вида, такой у нас выхлоп, такие элементы интересные, противотуманный фонарь, задние датчики по парковке тоже. Теперь, что касается роботизированной трансмиссии 7-диапазонной, она справляется идеально. Здесь связка силового агрегата и трансмиссии дружит просто. Какая-то симфония на самом-то деле. От 0 до 100 такой автомобиль разгоняется за 8,9 секунды. Максималка составляет 190 км в час. Клиренс высотодорожного просвета 185 мм. Длина по кузову 4510 мм. Колесная база 2700 мм. Масса 1545 кг. Бак топливный на 51 литр, багажник 570 литров, если все сложить. Спинки задних сидений 1280 литров. Рядный 4-цилиндровый мотор на турбине, 147 лошадиных сил, 270 ньютон-метров крутящего. Он двухвальный, непосредственный впрыск топлива, Евро 6. В городе он потребляет 8 литров на 100 км пути и за городом 5,7 литра на 100 км пути. Давайте детально рассмотрим нижнюю часть автомобиля, выхлопную систему и также заднюю подвеску. Сзади применяется многорычажная схема, спереди Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Вот так все выглядит. И выхлоп, похоже, здесь на данный момент все активно, да, то есть все четыре подруги активны. Так это все выглядит. То есть это не бутафория, это не имитация.
очень красивый дизайн у дисков. Диски из легкого сплава. 19 дюймов, 235 на 45 профиле. Спереди дисковые вентилируемые тормозные механизмы, сзади дисковые тормозные механизмы. Хорошая шумоизоляция колесных арок и защитный пластиковый обвес по периметру автомобиля. Светодиодные указатели для поворота. Здесь у нас камера боковая. Давайте более подробно полюбуемся в профиль на этот автомобиль, как он выглядит. Сейчас детально рассмотрим нижнюю часть автомобиля. Нижние элементы аккуратно прикрыты, особо цеплять здесь нечем. Мониторинг слепых зон тоже. Полностью на светодиоде. Здесь у нас стоят линзы. Приятный белый свет. Камера переднего вида. И с таким очень интересным моментом эмблема Geely. 3D-эффект. И вот здесь у нас тоже светодиодные дневные ходовые огни. Выштамповки на капоте имеются. Можно, конечно, поставить упоры. Здесь вот такая кочерга по старинке. Мотор работает тихо, мягко. Прекрасную динамику он обеспечивает. И, конечно же, расход топлива вас будет радовать. Вот похожее обозначение. BHE15AFZ. Возможно, это обозначение по мотору. Воздушный фильтр, АКБ, тормозная жидкость, предохранитель реле, блок управления, масляный щуп, масло, заливная горловина, заправка кондея Хайлоу, расширительный бачок, стеклоомывающая жидкость, помпа, стартер, генератор и термостат, все тоже достаточно надежные. Ровно, приятно работает, шумоизоляция и, конечно же, демпфирующие элементы здесь имеются. Также стрелка, куда ставить. Я считаю, что это достаточно надежный силовой агрегат, который должен как минимум откатать при хороших условиях, то есть регулярной замене масла, фильтра, где-то около 300 тысяч плюс. Капот, кстати, тяжеленный. Сейчас я предлагаю детально рассмотреть нижнюю часть, подвеску, а также защиту двигателя. Здесь у нас, видимо, подготовка под радар будет, адаптив, скорее всего. Проушины для буксировки. Откручивается вот сюда. Как обыграна радиаторная решетка. Дизайнеры максимально стараются выложиться, когда уже готовый продукт проходит какое-то одобрение. Они прям максимально отдают все свои изыски и нововведения.
tread wear, то есть степень износа стойкости здесь 320. Хороший показатель определенно. Давайте более детально еще рассмотрим в профиль автомобиль и нижнюю часть уже получается с правой стороны. Получается, это городской луч City Ray. По ощущениям, вот по центру сейчас два патрубка активны. На отсечке, наверное, подключаются все четыре. Скорее всего, я так догадываюсь. Сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, я предлагаю детально рассмотреть интерьер этого авто. Лючок бензобака с пластика, держатель для крышки также. Этот элемент на открытие, понятное дело, что это пластик, но чувствуется по усилию как металл. Здорово. Вещевой бокс, динамики мультимедиа, педальный узел, так все организовано здесь. Подсветка, диагностический модуль ОБД, регулирование угла наклона фар, мягкая кожа здесь. Твердый пластик, здесь уже мягкая подложка, очень интересно выглядит. Электропривод для сидения, безусловно. Вот нет поясничного подпора, нет подпора для голени. Наполнитель хороший, кожа тоже высококачественная. Регулируются подголовники, ремни безопасности. USB Type-C для мультимедиа, для зарядки. Обыкновенная 12 вольт зарядка. Вот цокольный этаж такой снизу у нас идет. Сейчас я предлагаю послушать звучание силового агрегата. Интересно звучит, вибрации в салон автомобиля не проникают, что самое по сути важное. Здесь вот поиск станции, включение, отключение тоже. Пожалуйста, здесь ограничитель скорости, лимит можно установить, дополнительные электронные системы, давление в шинах тоже указано. Тактильно все тоже очень приятно. Здесь настройки на руле, видите, можно водить, настраивать багажник. Зеркала, обзор. То есть это прям отдельно для зеркал регулировка будет.
багажник, обзор 360. Допустим, вот можно запрограммировать и регулировать таким образом. Складывание левое, правое. Инструкции есть. Здесь голосовые команды, соответственно, отключение для звука по подменю, если вы хотите пройтись, посмотреть. В общем, даже на солнце, на прямых лучах ничего вообще не бликует, считывается все на ура. И вот огромный планшет. Здесь есть все. Допустим, основные настройки. Smart режим, умный. Смотрите, какая графика. Комфортный. Спортивный режим. Эко. Так все выглядит. Усилие на руле в зависимости от режима движения. Вот. Дальше светодиодная линия ДХО. Даже как-то синхронизировано все можно. Градиент, мерцание. Однотонный можно выбрать. Подсветка. Взаимосвязь подсветки похожа с музыкой. Настройки для освещения. Так все выглядит. Баланс, эквалайзер. Автоматическое отпирание при парковке. Статус автомобиля. Все можно просматривать. Замена щеток стеклоочистителя. Если я не ошибаюсь, там что-то около 5 миллионов взмахов они делают. И потом уже, соответственно, подлежат замене. Выбор языка. Так все выглядит. Сверху, если смахнули, фоновая подсветка. Как видите, вот режимы. Заставка часы, зеркала, багажник, старт-стоп, включение, выключение, развернуть, сложить, бац, сложили, бац, развернули. Имбовый экран, я вам скажу, имбовый, точно. Вот так все это дело выглядит. Притом быстродействие, здорово. Здесь настройки, здесь мы были с вами. В этом подменю. Дальше у нас интеллектуальные ассистенты. Вот так это все, кстати, демонстрируется. Прям наглядно. Что-то недопонять невозможно. Парковочный ассистент. Так все будет работать. Дальше. Затем, допустим, зайдем в подменю. Галерея, медиа тоже. Смотрим, вот так все. USB, Bluetooth, AM/FM. Огромный экран. Галерея, можно все просматривать. Ну, здесь заставки. Можно саму закачать, я уверен. Что-то еще. Обзор 360. Здесь мы уже были. Apple CarPlay и вот телефон. Думаю, все понятно, да? Вот так все будет выглядеть. И управление для климата. То есть, пожалуйста, сиденье. Здесь подогрев, первый, второй ряд, подогрев руля, положение, можно вот регулировать профиль отдыха, профили вождения. Вот, собственно говоря, и все, наверное. Вот так все выглядит. Тоже настройки можно выставлять. Напоминание об открытых окнах и автоподогрев руля даже есть. Здесь индукционная беспроводная зарядка для телефона, она, насколько я понимаю, тоже идеально с своей задачей справляется. Вот зарядка пошла. Вообще без проблем. Заряжает телефон. Классная штука. Здесь дополнительно еще одна полка есть. И здесь тоже вводится индикация о том, что он на зарядке. Сейчас я это вам продемонстрирую. Вот, смотрите. Беспроводная зарядка. Пошла. Вот так она идет. Дальше электромеханический стояночный тормоз. Чтобы его деактивировать, нужно нажать на тормоз, нажать на него. Чтобы активировать, нужно просто потянуть. Здесь два подстаканника, делитель тоже имеется. Шторка, конечно же, безусловно. Нужно ставить шторку. И вот откидной центральный подлокотник. Он еще с охлаждением. Да, это прям здорово. Но, к сожалению, не регулируется. То есть вперед-назад. Наверх, вниз, там не поднять его. Глянец, глянец, глянец. Еще раз глянец везде. Моменты я уже вам показывал. Как открыть, интересно, здесь панораму. Так, багажник. Скорее всего, где-то настройки. Вот здесь у нас автояркость. Так,
режим очистки экрана, сложить зеркала, электронная система, это не то. И вот сейчас давайте попробуем, просто я тоже первый раз сталкиваюсь, как же открыть просто вот элементарные вещи. Так, основные, шторку. А, вот, солнцезащитная шторка. Все, и люк отдельно. Все, окей, здесь даже показано, насколько она открывается. Тогда все хорошо. Кнопочек-то нет. И люк. Люк давайте открываем. Все здорово. Вопросов нет. Класс, с первого раза все нашел. Притом я под себя пытаюсь подстроить это сиденье. Знаете, удобно. Удобно. Единственное, что коротковато, да, подушка, но удобно. То есть спина не затекает вообще никак. Это прям очень классно. Да, все правильно, вот эта подсветка. Эффектно выглядит. Вроде бы тонкая линия, а сколько она на себя берет, а? Классно. Ну что ж, мне понравилась рулежка, связка этого силового агрегата и коробки. Конечно же, в первую очередь дизайн, друзья. Дизайн. Здесь не только ты посмотрел, там, влюбился и купил, да, не только визуальная часть, а наперед продуманная составляющая. К элементам интерьера придется привыкать. Не идеальная эргономика, да. Вот, допустим, даже зеркала отрегулировать, да, целый квест, что-то еще. Все завязано на вот этот тачскрин. Но, в принципе, ничего такого сверхплохого я там не вижу вообще. Теперь давайте попробуем переместиться на второй ряд сидений этого прекрасного Джили. Геометрии посадки тоже вопросов минимум, так как все продумано. Распределяет нагрузку это сиденье достаточно хорошо. Второй ряд сидений. Какой росчерк, а, с таким 5D эффектом фонарей. Класс просто. Здесь детский замок, фиксатор, два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Здесь тоже все мягкое на подложке. Разнофактурная, очень приятная. Исофикс. Крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Вот такие хлястики оранжевого цвета. На этом, наверное, немного сэкономили. Возможно, это спортивная тема, чтобы как-то все облегчить здесь. Вес, как вариант. Так. Ух ты, классно. К посадке вообще претензий нет. Здесь подсветка тоже на светодиоде. Такой бриллиант. Подушки безопасности. Вешалка. Дополнительные крючки. Подушки безопасности. Вот так все красиво. Окошко. Здесь все тоже. Пожалуйста, вещевые карманы. USB Type-A. Для зарядки вещевой бокс. Ну, практически ровный пол. Практически ровный пол. Воздуховоды. Как выглядит интерьер Geely City Ray 2024 года выпуска. Он как-то вот прям магически, чарующим образом тебя притягивает. Откидной центральный подлокотник, мягкий. Два удобных подстаканника, плюс делитель. Такой хлястик. Вот, в принципе, и все. Но выглядит все очень достойно. Сиденья в меру мягкие, в меру жесткие. Такая даже перфорация есть, чтобы все дышало. Место в ногах остается. Сейчас я сел сам за собой в плечах. Над головой еще тоже хороший запас. То есть выкроили место максимально удобно. А, смотрите, вот я активировал, да? Сам того не подозреваю. Ну-ка. Да. Вот, такое тоже бывает. Стекла у нас до конца тоже опускаются.
теперь я предлагаю взглянуть на багажное отделение Geely City Ray. Здесь, видимо, какая-то заглушка. Возможно, камера будет установлена. Это омыватель. Интересно. Еще, наверное, какие-то нововведения будут с этим авто. Вот такой здесь багажник. Здесь будет полка. Такие крючки. Нужно органайзер поставить, делитель, подсветка светодиодная. И здесь у нас запаска в виде докатки домкрат, инструменты. Такой органайзер, знак аварийной остановки. Вот, в принципе, все. Приятный материал, кстати, и не супер уж прям звенящий дешевый пластик. Три регулируемых подголовника, хороший уплотнитель установлен. Крышка багажника высоко поднимается в данном случае, как видите. Удобная ручка, плюс еще здесь такой хват имеется, специальная выемка. Нажимаю, все срабатывает. Электропривод быстрый, доводчик тоже свое дело знает. Электропривод для сидения. Это у нас продольные регулировки. К сожалению, по высоте нет регулировки. И вот так спинка регулируется. Бардачок здесь не закрывается на ключ. Он очень вместительный. Не обит бархатом, но в принципе и не надо. Тоже контурная подсветка аккуратно идет. Поразительный внутри и снаружи. Этот автомобиль просто очаровывает. Максимально, прям максимально. Смотрите на эти изгибы на сидении. Мясистость профиля. Беспроводная зарядка. Ваш телефон все еще в машине. Напоминание. Здорово, здорово. Предусмотрительно. Вещевые карманы тоже порадуют многих. Они глубокие. Итак, друзья, подводя итог по этому автомобилю, с уверенностью можно поставить 10 из 10, потому что сейчас такой дизайн, учитывая стоимость, ну, мало кто предлагает, плюс динамика, управляемость, он прям здесь и сейчас. Определенно стоит обратить внимание на этот автомобиль. Как минимум прокатитесь, тест-драйв. Это я сейчас отошел, вообще не нажимал на кнопки, люк закрывается и все стекла. А если на проветривание захотите открыть, также все делайте. Открываем, удерживаем. В общем, пройдите, тест-драйв. Он не разочарует этот авто. Закрываем. Удерживать не нужно, все понимается. И, допустим, например, давайте проверим автозапуск. Нужно отойти на определенное расстояние и выдержать интервал. И еще, конечно же, активировать по средствам меню бортового компьютера. Иногда нужно удерживать, иногда 2-3 раза нажимать, в зависимости от того, какой алгоритм прописан. Давайте закроем, попробуем удерживать. 3-5 секунд нужно удерживать, все. Вот такой запуск. Все работает идеально. Ну что ж, друзья, интересный автомобиль, он меня удивил. Рекомендую, приходите на тест-драйв, прокатитесь, посмотрите, насколько он хорош.
Он действительно удивляет. На этом все. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. Огромного вам везения и приятных покупок.